Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Бутусов. Я нахожусь в Германии на фирме Weltmaster. И у меня в руках современная модель аккордеона Weltmaster Cassotta 374. Этот инструмент производится сравнительно недавно с обновлением, возрождением фирмы Weltmaster. Этот инструмент – это переработанная версия модели консона. Люди более старшего поколения помнят эти инструменты. Здесь используется так называемая ступенчатая дека. Есть понятие кассотта или ломаная дека, когда пара резонаторов находятся в открытой стороне инструмента и выдают прямой звук, и также пара резонаторов находится внутри, то есть дышит на нас, закрытая специальным колпаком, и звук получается такой приломленный, бархатистый, красивый. Этот инструмент что-то среднее между открытой декой и ломаной, то есть здесь есть резонаторы располагаются прямо, смотрят на слушателя. И другая пара резонаторов закрыта так называемым колпаком, что, в общем-то, делает инструмент более доступным по цене, чем Supita или Supra, но при этом звук у него приближен к этим более дорогим лакшери инструментам. Давайте послушаем, как звучит фагот. Голоса на этом инструменте очень податливые, что позволяет делать всевозможные приемы. Эти приемы хорошо подойдут для исполнителей джазовой музыки, национальной, народной музыки, болгарской, молдавской, румынской, балканской, сербской и других национальных направлений. Кларнет также находится. Ломаные деки. И открытая дека пикова. И второй голос, который также находится в открытой деке. В традиционных инструментах это называется тремоло или розлив. Но на данной модели розлива нет. Звучание унисон. Этот регистр добавляет громкости. Вот смотрите. Более яркое звучание. Клавиатуры 96 басов, также 5 регистров. И диапазон этого инструмента 7 восьмых. 37 клавиш правой, что на 4 клавиши меньше, чем в полном инструменте, что позволяет сделать его более компактным, что хорошо подойдет для девушек, женщин, подростков, ну и людей, которые небольшого роста и которым противопоказано поднимать тяжелые инструменты, но при этом они хотят играть полноценно в полном основном диапазоне. Выбирайте инструменты марки Weltmaster, и я думаю, что вы будете счастливыми и довольными. Всем спасибо, ваш Владимир Бутусов и Weltmaster. Пока!